от имени губернатора и правительства Камчатского края хочу поздравить с победой всех победителей нашего первого грантового конкурса на молодежные проекты для физических лиц. В этом году мы действительно впервые провели такой конкурс. Конкурс очень важный, потому что основная его задача – это вовлечение молодежи в социально полезную, социально активную деятельность. Мы понимаем, что у нас на самом деле очень много активной молодежи, но как любому человеку, для того, чтобы свою активность в какое-то важное социально полезное направление, собственно говоря, направлять, необходимы ресурсы. И мы понимаем, что задача правительства Камчатского края эти ресурсы активной молодежи предоставлять. Каждый из сидящих в этом зале действительно сделал большую работу и действительно предложил тот проект, который, как нам кажется, и как показалось конкурсной комиссии, имеет высокую социальную значимость, высокую значимость для молодежи.